Здравствуйте, уважаемые участники студии Степашкина. Для всех, для нас сейчас не самое легкое время, время самоизоляции. Моя самоизоляция, к сожалению, произошла не дома, за день до моего отлета. Границы наших государств были закрыты, поэтому я настолько благодарна Богу, что Он когда-то привел меня в нашу студию, и я начала писать, потому что как же сейчас мне это помогает, я думаю, многим из вас. Мои картины, мое рабочее место. Кто знает меня по студии, оно у меня всегда вот такой вот, такой творческий беспорядок. Картины, большинство картин сейчас, конечно, я пишу по фотографиям. Просто придумываю какие-то сюжеты, но очень люблю писать натюрморт. И вот этот натюрморт я сама поставила, практически готов. Эту картину я начала писать в первый день самоизоляции. Мысли были не самые веселые, поэтому такой сюжет. Писала на старой картине, потому что у меня, к сожалению, закончились к тому моменту материалы. Ну, вот так вот она у меня получилась. Немножко грустная, но такая. Эта картина уже нашла своего хозяина после карантина. Она уедет в свой новый дом. Еще натюрморт недописанный. Просыхает. Полотна я готовлю заранее, я ее грунтую обязательно, поэтому это вот для моих будущих шедевров. Цветы — это такие легкие, быстренькие этюды по букетам. Вы знаете, когда дарят букет, очень хочется как-то сохранить их красоту, воспоминания о приятных моментах. Эту картину я писала по мастер-классу нашего преподавателя Татьяны Викторовны. Практически она у меня готова, немножко нужно еще ее доделать. Это серия городов, в которых я была. Буду ее продолжать. Это Стамбул. Не закончена, тоже просыхает. Немножко подсохнет. Буду заканчивать ее. Мой любимый город Алматы. Безумно его люблю. Вот такой он красивый. Находится он в урочище Азалийского Алатау. Он утопает в зелени. Вот такие вот роскошные горы у нас. Всегда у нас очень много солнца. Вот и сегодня безумно солнечный день. У нас уже все цветет. Это тоже Алматы, Большое Алматинское озеро. Озеро очень красивое, и все те люди, кто объездили мир, видели красивые места, говорят о нем как о безумно чудесном озере с удивительной энергетикой и, конечно, очень красивым. Мои натюрморты. Вот этот натюрморт уже у меня практически готов, чуть-чуть нужно литировкой пройтись. Очень нравится мне, как он получился. А это один из последних. Написала я его тогда, когда узнала, что карантин продлили. Поэтому я села и достаточно быстро его написала. И поняла, как же это здорово, что есть у меня это хобби. И я думаю, что и вам оно помогает. В это не самое легкое время. Я благодарна нашим преподавателям, которые занимаются с нами сейчас. Евгения Владимировна, вам большое спасибо. Всегда могу позвонить, узнать, спросить совета. Поэтому всем вам желаю бодрости духа, все закончится, и мы с вами вновь встретимся в нашей любимой студии.